15 лет назад, в буквальном смысле, в чистом поле на месте сожженной греческой деревни Лаки началось строительство мужского монастыря в честь святого апостола и евангелиста Луки. Его же имя носила маленькая сельская церковь, построенная греками, поселившимися на выделенной им земле после присоединения Крыма к Российской империи. Почти 160 лет жители деревни, позже колхоза «Неозоя», «Новая жизнь», жили на этой земле, трудились в садах и на виноградниках, растили детей. А в 1941-м многие лакцы ушли защищать родину. Оставшиеся в селе помогали партизанам продуктами, а морозными ночами давали им приют в своих домах. Именно за добрые сердца, любовь к родной земле и решительный отказ сотрудничать с оккупантами фашисты и местные каратели учинили над лакцами жестокую расправу. Они сожгли деревню вместе с жителями. Все 87 дворов, склады, ферму, клуб. И много лет о страшной трагедии напоминал лишь обелиск в память о непокорных лакцах и обугленный остов маленькой церкви. Это их земля, это их дом, это греческая земля. Это греческая земля, намоленная их предками, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы сегодня могли жить с вами. 9 мая не просто служим за панихиду, мы служим и 9 мая, и 23 марта, в день непосредственно самого сожжения, села уничтожения, убиения греческого мужества народа. Оставим этот вопрос на совесть тех, кто не приезжает. Многие приезжают. Сегодня о лаках знают благодаря отстроенному Белоснежному монастырю и его наместнику архимандриту Калинику Благочинному монастырей Симферопольской и Крымской епархии. Интенсивная стройка на самом деле у нас была только в течение 3 лет. Потому что в начале, конечно же, монашеской жизни мы устраивали монашескую жизнь обитель. Привлекалось братья, приходили послушники, кто-то уходил, кто не мог в таких условиях. Напомню, что у нас не было ни света, ни воды, цивилизации, дороги толком не было, не могли проехать. Но сейчас, после 15 лет, уже монастырь полноценно действует. Регулярно проходит богослужение, 3-4 литургии каждую неделю идет, каждое воскресенье идет богослужение. Сама есть братья, есть паломники, но есть молитва. Всегда здесь на престол укрепление и физическое укрепление. Вот. Ну, а отец трудится, отец-наместник, взращивает братью, которые да, покладают все свои силы на возрождение обители. В любую погоду, в снежную вьюгу, осеннюю распутицу, в день памяти святого апостола и евангелиста Луки, здесь паломники, духовенство и монахи из Симферополя и Алушты, Евпатории, Севастополя, Ялты и Бахчисарая. Один единственный раз прихожане, привезенные на автобусе, они проделали путь 8 километров. Это проделали бабушки с палочками, и наместник признался на проповеди, что... Мы очень переживали, как же вот такая непогода повлияет на радость престольную. Но когда я увидел наших бабушек, шедших с палочками, говорит, я понял, что все состоится. Многие помнят самое начало возрождения здесь монашеской жизни. Ну, люди знают эту святыню, и сюда от мала до велика, и сегодня, да, и вот и малышиков очень много, значит, у нас есть будущее, да. И замученных горожан, утружденных как бы светской суетой, всегда привлекает здесь тишина, необыкновенная тишина. Наш отец Гамалиил был на Афоне, и он, когда впервые приехал в Лаки, он удивился. Он говорит, нам не надо никуда ездить, здесь чистый Афон. На прошлой службе был епископ Диомид. Он говорит, если бы даже мне эту дорогу усыпали розами, я бы не согласился. А вы, батюшка, согласились на это дело восстановления. И когда сейчас люди видят, как бы люди многие годы сюда ездили, но когда они увидели этот возрожденный, восстановленный храм, причем это тоже чудо Божье, его так быстро сделали, вот, и чисто белых храмов нигде нет, это только в Греции, а здесь с такой дорогой... В нынешний престольный праздник так распогодилось, что торжественное богослужение сопровождало равномерное и достаточно отчетливое гудение проснувшихся пчел. Лишь во время проповеди архимандрита Калинька они вдруг утихли. Друг первоверховного апостола Павла, участник первого собора, врач и художник – это апостол и евангелист Лука. Это история церкви. Ну как история нам с вами поможет изменить нашу с вами жизнь? Мы должны слышать слова Господа, который обратил Клеопе и Луке в дороге Эммаус.
что мы очень долги сердцем. Мы не поспешаем за сердцем нашим. Сердце – это голос души. И поистине каждый из нас с вами знает, как поступает плохо или хорошо. Сердце нам подсказывает, но мы затмеваем от сей голос. Мы не слышим, мы даем возможность, чтобы сердце руководило нашими действиями. Потому что мы не хотим быть на самом деле такими, какими нас создал Бог. Не скверными, не гневающимися, прощающими, не завидующими. Мы постоянно оправдываем свои грехи тем положением, которое у нас есть, либо болезнями, либо тем, что нам чего-то не хватает, что у кого-то есть что-либо больше. А вот сердце нам подсказывает, что жизнь сия временная, и она дана только лишь для одного, чтобы услышать голос Бога, чтобы быть скорыми к божественному принятию, чтобы спешить сердцем восприятию того мира божественного, который Господь нас окружает, но из-за жестокосердия мы с вами не видим и не ощущаем сей мир. Крестный ход под совсем не осенним солнышком. Капли с крапила разлетаются под его лучами, словно хрустальные. Престольный праздник – вторая Пасха, поэтому и молятся сугубо. Духовенство, монашествующие, братья монастыря, паломники. О мире во всем мире. О мире о нашей братской Украине. И о мире в Сирии, христианской стране, которая древнейшая христианская страна. И вот сегодня, смотря на житие апостола Луку, который был сирийцем по происхождению, мы осознаем и понимаем, почему наша великая держава христианская стала на защиту святыни сирийского мира. Почему мы защищаем, кажется, далекую для нас страну. По одной простой причине. Потому что христианство вне политики, вне национальности, вне государственности. Потому что у нас с вами одна государственность – это Христова церковь, это сам Христос. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь передал настоятелю и братьям монастыря архипастырские поздравления. Сердечно поздравляю вас с днем памяти святаго апостола и евангелиста Луки, с престольным праздником этой святой обители. Святой Лука был свидетелем земного подвига Господа и Спасителя нашего, а затем сопровождал святого апостола Павла во время его долгих путешествий. Апостол Лука оставил нам святое Евангелие, повествующее о земном подвиге Господа и Спасителя нашего, о его искупительной крестной жертве, смерти на кресте и светлом воскресении. В книге «Деяний святых апостолов» евангелист Лука подробно описал вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо, сошествие Святаго Духа на апостолов в день Пятидесятницы и саму жизнь Церкви Христовой первые десятилетия ее бытия. Предание церковное свидетельствует и о том, что святой Лука был первым иконописцем и написал образ Пречистой Богоматери с Божественным Младенцем. По профессии апостол, евангелист Лука был врачом, и поэтому мы в своих молитвах просим его врачевать наши недуги душевные и телесные и укрепить всех нас в святой православной вере. Так как на свете нет ничего выше и дороже, и ценнее нашей веры и преданности Господу, следования ее святым заповедям. Для нас великим утешением является тот факт, что в честь этого великого угодника Божия и в нашей епархии освящен монастырь, в котором все созидается руками монахов и благочестивых паломников, которые вносят свою посильную лепту в монастырскую сокровищницу Духа, неизменно приносят свои добрые плоды. В этот торжественный день молитвенно желаю вам, дорогой отец Калиних, братья и послушникам обители, всесильной помощи Божией, достойным следованием за Христом, преуспеянием в монашеском делании, во благо монастыря и всех приходящих в него. Помните, что молитва и труд – это два крыла, помогающие восходить от силы в силу, чтобы сподобиться по лестнице зайти в горний Иерусалим. Ведь обитель – подобие рая на земле. Дорогие братья и сестры, еще раз сердечно поздравляю вас с престольным праздником и желаю, чтобы вы почаще притекали в эти святые стены, черпали здесь духовные силы для несения жизненного креста,
возвышались духовно и получали назидание и духовный совет, находили покой и утешение. Святые апостоли, евангелисты Луко, моли Бога о нас. Благословение Божие да пребудет со всеми вами. Случай, ставший уже крымской легендой, рассказал мне известный крымский историк. Когда началось строительство монастыря, пожаловал сюда важный, богатый грек из Симферополя. Он не имел отношения к героическим лакцам, но страшно гордился своей национальностью и вообще был неплохого о себе мнения. И стал этот спесивый потомок эллинов давать советы и всячески назидать молодого и, как казалось греку, неопытного настоятеля. Мало того, рекомендовал буквально неопустительно по поводу и без оного советоваться и обязательно спрашивать его греческого разрешения предпринятием какого бы то ни было решения. Молодой, но энергичный и деятельный, как выяснилось, архимандрит молча выслушал великоречивого гостя, а потом сказал: «Что ж, хорошо, дорогой, давай-ка оставайся здесь, послушником. Через годик-другой, с Божьей помощью, примешь ангельский образ. А там, глядишь, и казначеем будешь, и советов просить ни у кого не придется». Грек долго хватал ртом воздух и поспешил откланяться. Больше его здесь не видели. Архимандрит, как и 15 лет назад, спокоен, сосредоточен и всегда в мирно-веселом расположении духа. Я всем нам желаю, и монашеству, в первую очередь, и паломникам, нашим верующим людям, нашему богоспасаемому народу, прежде всего, спокойствия духа. Потому что сейчас очень тяжелые времена, и мы с вами видим всевозможные новостные, либо анонсы, расстройства. И вот человек начинает метаться. Я желаю всем спокойствия. Господь никогда не пазит, он приходит с тобой вовремя, своей справедливостью, своей правдой.